А сейчас немного поговорим о бюджете города. Из каких доходов он состоит и на что тратятся деньги налогоплательщиков? Во время круглого стола с исполняющим обязанности заместителя главы городской администрации по вопросам ЖКХ и дорожного хозяйства одним из вопросов, заданных Кириллу Боброву, был следующий. Хотелось бы все-таки, живя в своем родном городе, однажды выйти зимой и увидеть улицы, центр города, расчищенным. Не только дорогу, которую машины покатались там, да, а и тротуары, и все остальное. Вот как-то можно хотя бы сейчас начать работу в том направлении, чтобы однажды это произошло, там следующая зима, чтобы у нас хватало денег на это, возможно, какие-то... Возможно, конечно, для этого, первое, нужно увеличить отчисления по НДФЛ, чтобы город получал не 10%, а 90% уходило, а хотя бы 30%, как, до 30%, как предусмотрено законом Хабаровского края. Там просто вилка от 10 до 30%. Все вновь сводится к тому, что денег мало и хочется больше. Когда у Кирилла Боброва поинтересовали, сколько стоит один час работы спецтехники, то мы услышали такой ответ. От двух, это говорю, без сметной прибыли, без налогов, которые оплачивают предприятия, от 2000 до 2500. В зависимости от мощности. Вот интересно, что от 2 до 2500 стоит один час работы спецтехники в коммерческих структурах. И эта стоимость явно включает в себя и налоги, и амортизацию машины, и прибыль. Ведь согласитесь, ни один бизнесмен не будет работать, не имея прибыли. А сейчас вернемся к бюджету города в цифрах. Смотрим внимательно и делаем выводы. Губернатором и правительством Хабаровского края запущен социальный интернет-проект «Голос-27». Любой житель края может оценить работу главы района и главы поселения, в котором он проживает. Оценка будет влиять на возможность глав муниципалитетов продолжать свою работу в этой должности. Если по итогам голосования будет отслеживаться заметное снижение эффективности деятельности главы, то на законодательном уровне будет приниматься решение о досрочном прекращении полномочий данного руководителя. Для того, чтобы проголосовать, в адресной строке вашего браузера наберите www.golos27.ru. На главной странице сайта нажмите «Сноску», «Перейти к голосованию». Появляется окошко «Авторизация», где нужно указать свой номер телефона для получения кода активации. Данная услуга совершенно бесплатна. Полученный код введите в окошко ниже. Далее выбирайте населенный пункт. И голосуйте за глав поселения и района. Оцените деятельность местной власти на портале «Голос-27».